Повертаємося до студії першого ділового і говоримо про таке. Різниця між дохідностями держоблігацій Китаю та США опустилася нижче 1% пункту вперше майже за 3 роки, оскільки центральні банки двох найбільших економік світу рухаються у протилежних напрямках. Про це пише The Wall Street Journal. Ці, на перший погляд, незначні зміни в цифрах спричиняють глобальні зміни, які не обходять стороною і українську економіку. Отже, що саме відбувається, із яких причин та якими будуть подальші тренди? Про все це ми будемо говорити із гостем, який вже у нас в студії. Це Юрій Прус, власник українського інвестиційного мультіфемел офісу Advanced Financial Alliance. Пане Юрію, вітаю вас в нашій програмі. Зокрема, почну спочатку із такої інформації, що Народний банк Китаю, він знизив ряд ключових процентних ставок, заявив, що таким чином буде здійснювати вирішальні дії для стабілізації економіки в цьому році. Також в результаті дохідність 10-річних бондів упала до 2,72% річних, ну і в той же час ринки перебувають в очікуванні підвищення процентних ставок ФРС США для боротьби з інфляцією, що сприяло зростанню дохідності цих 10-річних казначейських облігацій США, які перевищили 1,8% річних. А що можна говорити наразі, які тренди, які є зараз котируванням? Чудесно. Давайте, щоб не говорити в общем, давайте посмотрим на это с разных сторон, с разных позицій і зададимся вопросом, а що нам з этого? Ну, подумаєш, і вообще, почему вдруг смещение какой-то там ставки на какой-то 1% пункт, и тут Wall Street Journal взрывается и пишет, ой-ой-ой, что же в этом, что стоит за кадром? Если говорить с позиции макроэкономики, вот с государств, и Wall Street Journal, как вы упомянули, это подчеркивает, что банки Китая и США движутся в разном направлении. Чтобы было понятно простому человеку, американцы больше не хотят, и западный мир, дешевых денег, то есть поднимают ставки, говорят, все, стоп. Вот то, о чем недавно все эти последние 2-3 года говорили, о том, что Америка заливает мир дешевыми деньгами, все, это прекращается. А Китай, в свою очередь, наоборот, а мы начинаем заливать. И это показывает, что все-таки у них начались проблемы. Когда заливают экономику дешевыми деньгами, когда правительство хочет, нате, вот вам хлеба. А что, в Соединенных Штатах проблемы эти зникли, что они припинили? Можно сказать так, да. То есть, если посмотреть на макроэкономические показатели в Америке, то у них вроде бы все хорошо, безработицы нет, экономика растет и все такое. А Китай, наоборот, терпел, так сказать, пыжился, показывал, что у них все хорошо, но все-таки оно хорошо, не так хорошо, как они об этом говорят. И вот все-таки их прижало, и им нужно что-то с этим делать. Проблема в том, что инфляция, с которой сейчас американцы пытаются бороться, она же такая вещь, она трансграничная. Инфляция в Америке, она и нам сюда экспортируется, переходит. Да. И им очень трудно будет делать сейчас китайцам. Очень трудно, когда весь мир движется в одном направлении, бежать в противоположном. Как они с этим справятся, посмотрим. У них есть одна проблема, о которой на Западе как-то не учитывают это, Wall Street Journal не часто учитывают. А мы знаем, мы к этому привиты. Вот мы, украинцы, проблема это называется коммунистическая партия Китая. Запад очарован этим. Некоторые даже, так сказать, умы, в кавычках, считают, что у них какой-то особый путь, они особо умные и особо как-то маршируют вперед семимильными шагами, в то время как весь мир ползет. Это вообще не так, и мы это прекрасно знаем. Я испытал это на собственной шкуре, я же еще с советского поколения. Когда коммунистическая партия тут все делала, экономика была прекрасная. И были прекрасные показатели экономики. Вот взять даже Украину. Экономисты говорят, что сейчас ВВП Украины на треть меньше, чем был в 91-м году. Вроде бы такая где-то цифра в прессе я встречал, но посмотрите, как простой человек живет. Сейчас любой, извините, официант может несколько раз ездить за границу, а раньше в советское время надо было быть в обкоме работать. Ну, так немножко утрированный пример, но это и есть основная проблема, я хочу сказать, Китая. Коммунистическая партия Китая. Никогда там не будет хорошо, пока она есть. Ну, и, зокрема, давайте додайте еще, да. Еще хотела.
Я бы все-таки, поскольку мой бизнес связан с семейным капиталом, я бы не стал бы это событие комментировать с точки зрения макроэкономики. Потому что простому человеку, который во многом и нас сейчас смотрит в эфире, он думает, ну и что, подумаешь, там где-то ФРС, где-то там Банк Китая Народный. А мне это что, простому человеку? Давайте немножко опустимся на ступеньку пониже. Посмотрим, а что с этого в Украине? Что из этого можно извлечь? Смотрите, в Украине тоже есть такая очарованность Китая. Все время, вот некоторые последние годы звучит, а мы пойдем там денег возьмем в Китае, или будем с ними дружить как-то. Вот есть скандальный пример, как Украина продала Моторсич. Сейчас скандальный пример о том, как под госгарантией зерновая компания государственная делала экспорт зерна. Это еще будет... Да, по ЗКО. Да, вот это еще хорошо тряхнет нас. Вот. То есть, как это говорят на Западе, Китай хромая утка, не надо с ним дружить. Это не рукопожатие, это то же самая ошибка, как мы в свое время дружили с Россией. Да дружились. То же самое с Китаем, не надо дружить, там не все так хорошо, как есть. Более того, весь мир, посмотрите на наших стратегических друзей, которые только что прислали нам, что, гранатометы, да, кажется? Они провозгласили Китай своим врагом. Подумайте, 10 лет назад он был стратегическим партнером, сейчас стал стратегическим врагом. Стоит ли нам дружить с этой страной? Вот. Это с точки зрения Украины, правительства Украины. Теперь посмотрим, давайте еще на ступеньку ниже, посмотрим на бизнес, что делать. Как я сказал, долгосрочно в проекты с какими-то с Китаем не стоит входить. Но мы традиционно экспортер. Украина традиционно экспортер зерна и металла. И ми всегда... Ну, як ми тут можемо виговорити, що краще з ним, да, так, не мати такі тісні торгівельні відносини, але все ж таки, як з цим бути, якщо дійсно ми дуже багато всього експортуємо? Якщо розсуждати от так, просто глядя на цифри, то можна сказати, о, там економіка Китаю замедляється, і вони будуть покупати менше нашого металу, допустим, і всього там, і зерна, там, і всього-всього. Но, з другої сторони, в жизни немножко все по-другому получается. Из-за той же коммунистической партии Китая, которая взяла и побила горшки, как у нас говорят, с австралийцами, например. То есть они на публичном уровне, когда Китай говорит австралийцам, мы вам выколем глаза, ну, извините, это уже как русское телевидение по сравнению с этим меркнем. И... Естественно, до этого они покупали много руды и металла у австралийцев. Мы бенефициар от этого. Казалось бы, экономика замедляется, а цены на металлопродукцию, на руду, на все, что с этим связано, идут вверх. Мы бенефициар, мы от этого получаем, нам хорошо. Ну, не мы, а певні олігархи. Как говорить, если вот украинский бизнес, скажем, украинский бизнес, это будет корректно. Теперь посмотрим с точки зрения... обычного гражданина. Хорошо ему от этого или плохо? Честно говоря, я думаю, без разницы. Вот часто обычный гражданин очаровывается тем, что якобы государство, правительство улучшит ему жизнь как-то своими умными действиями. Вот я смотрю на свои 30 лет назад со осознанной жизни и не нахожу таких примеров. Обычному человеку это занимательно с точки зрения, ну как, из научного интереса, но ні жарко, ні холодно. Вот такой мой взгляд. Якщо ми ще далі розглянемо, да, все ж таки, як такий напрямок, який обрав Китай, він на які ще сфери життя в Україні, зокрема, економічні, можливо, і давайте більше все ж таки про бізнес говорити, а не звичайних, да, громадян українців. На що ще це може вплинути? В Китае все плохо с экономикой. Это уже вылазит наружу. Все плохо, и это также, как я уже упомянул, я повторюсь, из-за того, что там коммунистическая партия. Но есть еще одна проблема.
я тоже это слегка упомянул, хочу раскрыть, как Китай оказался из стратегического партнера США стратегическим врагом. Они пошли по тому же пути, как, извините, Россия, как СССР до этого, это уже свершившийся факт, они стали наращивать оружие и угрожать всем вокруг и говорить о своем величии. Такой себе там новый рейх, великий китайский народ во главе коммунистической партии. И вот когда обычный мир видит, как Китай строит авианосцы, строит истребители пятого поколения, лезет в космос, тратит огромные деньги на шпіонаж і влияння. Це стало основною причиною надриву, скажімо так, у відносинах з Сполучених Штатів і Китаю. Некоторые либералы хотят преподнести это как конкуренцию экономики, борьбу за могущество. Нет этого, поверьте. Нет этого. Все началось с того, когда Китай начинает угрожать миру и тратить колоссальные деньги на оборону. Знаю, пане Юрію, ще таке останнє запитання. Нещодавно в мене було інтерв'ю з приводу теми ДПЗКУ, да, і зараз проблем, які переживає ця корпорація. Ви сказали, якщо ми тут ще, скажімо так, сколихне ще ця ситуація в Україні, да, я так розумію, що це не дуже позитивно відобразиться взагалі і на Україні, якщо от Китай, да, зараз ці проблеми має з цією нашою державною корпорацією. Що ви мали на увазі? Що може бути? Як буде розвиватися взагалі далі? Вот тут китайцы нам преподносят очень хороший урок. То, что все государственное неэффективно. Неэффективно оно приводит к банкротствам, коррупции. Это все плохо работает. У нас я вот недавно в разговоре, в частной беседе, мне один человек, вот там хорошо борются с коррупцией, расстреливают за взятки столько-то человек. Я говорю, помилуйте, Господи, зачем расстреливать людей, почему не сделать так, чтобы этого не было? То есть смотрите, когда государство вмешивается, старается, как это говорят, догнать и причинить добро, это к таким последствиям и приводит, и это все плохо работает. Какие уроки из этого нужно извлечь? Государство должно уходить из государственных компаний, то есть уменьшать свое прямое влияние на экономику. Зрозуміло. Пане Юрію, на жаль, наш час вже вичерпано, ми завершуємо наш діалог, на цьому ставимо крапку. Ще будемо, я думаю, далі в інших наших програмах розглядати цю тему. Я нагадаю, нашого гостя – це Юрій Прус, власник українського інвестиційного мультіфемілі офіс Advanced Financial Alliance. На цьому ще не все. Залишайтеся надалі з нами.